Всем привет, друзья, с вами Купрум. Ну что ж, ребят, я рад вас приветствовать на новом моем проекте. И это, как вы видите, по нику 15 тысяч за сезон. Вот он, красивенький. Пока что все по нулям. Сейчас я тут подключу Supercell ID. А для вас это мгновение. Все, ребят, Supercell ID подключен, 15 тысяч за сезон, да, продолжить. Без разницы кто. Продолжаем. И смотрим. Все, есть. Вот наша награда. Вы получаете скин Волшебник Барли. Мы его забираем. Вместе с самим Барли. А то потом нам случайно выпадет Барли и будет грустно. Так, что тут нас обучают? Боксик можем открыть. Из бокса выпали пауэрпоинты на Шелли. Хорошо, новый сезон начался. Пока что мы не будем это трогать. Прокачаем Шелли, да. Так, ну, ребят, я вам катки с ботами показывать не буду. Уже увидимся, когда откроется хотя бы футбол. На 150 кубков. Все, я погнал. Так, ну что, ребят, я уже насобирал 56 кубков на Шелли, все это в гемчиках, как видите. Сейчас забираем в пути к славе столкновение. Посмотрим, может что-то еще выпадет из боксов. Ага, ничего не выпало. Ну, забираем шиндешечку. Королевский прием, это у нас что за карта? Ага. По сути, на таких кубках тут без разницы за кого играть. Все равно противники будут одни боты. О, мой первый раз в бою, у нас это обучают. Собирай кубики усилений. Хорошо, мы это все знаем, соберем. Я вообще тут как бы не вижу ничего сложного сейчас. До 100 кубков играть вообще будет легко, 100%. Тут вот уже 6 место, 5. Так я только одного игрока убил. 4. Скорее всего, роза какая-то будет раскачанная. Минус Шелли. Ничего, нормально. Теперь уже это топ-2. Все, забираем розу. Да, наверное, роза осталась. Бо часто показывали, что роза кого-то убивала. Может, какой-то опытный игрок. О, да, не, вот она. Не какой-то неопытный игрок. Обычный вот этот новичок. Все, топ-1. Это легко. Все мы это знаем. Ладно, ребят, кстати, давайте вот это тоже откроем. Кольта возьмем. И уже увидимся чуть позже. Вот я уже и набрал 150 кубков на Шелли. И в общей сумме у меня выходит 150 кубков. Забираем футбольца. 200 даблеров. И футбол открылся. Что у нас тут за карта? Пенальти. Давайте попробуем на ней каточку сыграть. Дальше не знаю, как я продолжу играть. Это либо футбол, либо ШД будет. Ну, ШД, так как ты один, на таких кубках легче это ШД было бы. Ха, сейчас попробую просто побежать и забить гол. Как вариант. Все, гол. Окей, еще один гол остался. Меня сейчас убьют. Ну, вроде пока что все нормально идет. Ничего сложного нету. Не сказать, что у меня тиммейты хорошо играют. Да и я. Прям таким не самый лучший.
Возьми мяч, пожалуйста. О, есть, я забил, вот это было хорошо. Красиво. Я звездный игрок, очевидно. О, даже не знаю, что мне попробовать. Что здесь новенькое появилось? Ничего ж нового нет. Странно. Так, а, еще, ребят, у меня задача за сегодня-завтра насобирать количество старок, чтобы у нас 2000 и купить мегабокс и бигбокс. Пока 2 дня у меня есть. Так что, я погнал этот фармить кубки, а встретимся с вами буквально через секунду. Ребятки, ну что ж, я вас поздравляю. У меня осталась последняя каточка и будет 500 кубков на Шелли. Что ж, давайте закончим уже это. Да и приступим к следующему персу. Нам надо всего лишь топ-2 и все, как минимум. Ну, топ-3 тоже можно, этот, чтобы не слить. А вообще, топ-2 и все, хватит. Вот, если бы вы знали, как мне тяжело было на этой карте апать Шелли. А в 3 на 3 нет, не пойдешь этот, на таких низких кубах. Ничего себе, что такие противники дикие. Так, посидим, переждем. Я боюсь, что рикошет придет по мою душу. Фух, последняя каточка, так переживаю. Мы должны ее вытащить. Даже если мне придется всю катку сидеть в кусте. Со мной тиммейт. И в душе демо играем. Бодли 3 на 3 у меня нету у команды. Приходится как-то так. Будь быть этот тиммейт, и я бы уже по футбольца катнул. Отличненько, 4-е место есть. Осталось еще немного. Опа, Эмс бежит прям к нам. Еп, хорошо забрал. Ой, все, тут подгоняют Биби. Кажись, топ-2, ребята. Да-да-да. Еее. Вау, я только заметил то, что у лу короля этот меняется ульта. Все, меня вынесли. И то чётенько, 500 купчей на Шелли, плюс 300 старочек. Ну, ребята, следующий перс у нас будет, даже не знаю какой этот, может быть, кольт. Кстати, вот давайте сейчас заберем квесты. Тут все равно этот по дороге нету боксов. Так, пауэрпоинты на кольтишку. Бычочек. И квестики открылись. Ура! С них я получу много-много боксов. И каких-то персов выбью. Так, это новое событие открылось. А что ж у нас открылось? Сейчас посмотрим. Ой, я не помню, что это такое. А, это этот... Как она называется? Роборубка этот и Годзилла, всему тому подобное. Ну, в общем, ребят, на этом мы наш сегодняшний первый день по этой рубрике заканчиваем. Будем вот так вот маленькими шажочками двигаться к нашей цели. И добьемся 15 тысяч за сезон. Ну а с вами был Купрум. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и пока-пока.